Я люблю дарить подарки. Я в какой-то степени, может быть, даже чувствую себя мужчиной. Это мне? Я надеюсь, без повода. Ну, это необъяснимо просто. Я люблю женщин. И мне с ними хорошо, мне с ними комфортно, мне с ними тепло. И я точно могу сказать, что... Наверное, не найдется ни один мужчина, который бы смог изменить мою жизнь. Были какие-то попытки, были те мужчины, которые говорили, да, Наташ, вот я тот, да, я там смогу изменить твою жизнь, но ты просто никогда не влюблялась. Давай про вчерашний поговорим. У тебя все такой банкет. Давай, я тебе напомню, в каком состоянии ты домой вышла, в каком состоянии домой пришла. Давай. Ну, ты меня мстишь за что? Да. За что? Ой, ну там целое... За мое прошлое? За твое настоящее. Нет, ребят, к сожалению, никогда у меня с вами ничего не получится. Какой бы ты супер-мега-бой не был, для меня женщина – это женщина. Наверное, все-таки я родилась такой. Когда я там спрашиваю у каких-то своих знакомых, вот почему ты стала такой, почему ты пришла к этому, ты стала лесбиянкой. Она мне отвечает, ну, вот знаешь, была там в 9 классе Маринка, и мы с ней как-то напились и поцеловались, ну, и понеслось все дальше. И что? Ты после этого хочешь сказать, что ты лесбиянка? Ну да, да, я лесбиянка. Я не понимаю таких девчонок. Постоянно знакомлюсь с какими-то новыми людьми, новыми девчонками. Чаще всего они сами подходят за барную стойку. Начинают говорить, ой, а можно мне, пожалуйста, мартини с апельсиновым соком? Я говорю, нет, нельзя, давай я тут что-нибудь приготовлю для тебя более вкусное, более интересное. Ну и так начинается наше общение. У меня никогда не бывает проблем с знакомством, вообще, в принципе, с девушкой. Если мне понравилась девушка, я обламываюсь, я подхожу к ней, я знакомлюсь с ней, я подсаживаюсь за стол, я отвечаю ее. Скажу, эти как цыганские. Тату на теле Алевтины, Читану Чави Николая. Через неделю знал японский, Коран и кельтский символизм. Я бы цыгански не решилась набивать. Да. Страшно. Что за язык? Ну, практически до 23 лет она встречалась только с мужчинами, она любила мужчин. В какой-то момент ее парень задолжал кому-то денег.
и... Она оказалась, как говорится, в плену ее его дома. Он ей расплатился. Да, он ей расплатился. Он привез ее на квартиру. Ее изнасиловали 5 мужчин. Они очень долго издевались над ней, били. Она стала такой. Она не может сейчас никак вообще воспринимать ни мужское тело, ни мужское достоинство, ни мужчин вообще в принципе. У меня было очень много таких знакомых, которых вот именно изнасиловали мужчины, и которые после этого пришли к тому, что они никогда в жизни больше не смогут быть с мужчиной. Меня зовут Наталья, мне 28 лет. Я родилась в прекрасном маленьком провинциальном городе Балабаново, известный всем своими спичками. В Балабаново я приезжаю не часто, так как в Москве у меня любимая работа, мой любимый человек, любимая девушка. Это моя школа, здесь я училась. Ну как можно сказать, училась? Я постоянно прогуливала уроки, ездила на всякие КВН, концерт. В общем, учиться было мне неинтересно, за что учителя всегда меня ругали, вызывали к директору. Но, тем не менее, я закончила 11 классов и закончила с аттестатом 4-5. Ну, вот город у нас маленький, все друг друга знают. Таких, как я, очень плохо воспринимают нас в городе, поэтому, дабы не афишировать свою личную жизнь, я рано уехала. В этой квартире прошло все мое детство. У меня такой стильный прикид, клетчатая рубашка, какие-то непонятные на мне ритузы. Опять же, короткая стрижка. На этой фотографии я со своей любимой мамулечкой. Я очень часто вспоминаю один случай из своего детства. Отец с мамой очень часто ругались. Причем это часто бывало без повода. И вспоминается мне, как один раз после такой ссоры отец очень кричал на маму. Спускал руки.
Мне тогда было лет 5-6. И я помню, мы с мамой закрылись в ванной. Отец ломился, кричал, пытался выбить дверь. И когда все-таки мы решили открыть дверь, я помню, я тогда встала, говорю: не дам маму в обиду, меня бей, маму не трогай. И мужчина, называя себя сильным полом, как вообще вот они могут, они позволяют себе обидеть самое хрупкое, самое нежное создание на Земле, это женщина.